Здравствуйте, это программа «Город С», я Елена Чернявская. 5 октября – Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей, работников сферы образования. День, в который отмечается и роль, и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Учитель – это гораздо больше, чем просто профессия. Учитель – это состояние души и желание передавать свой опыт другим людям. О том, как подчас непросто найти хорошего педагога, умеющего учить и понимать ребенка, знает каждый родитель школьника. В Самарском государственном социально-педагогическом университете старейшем вузе Самары готовят педагогов-профессионалов с незапамятных времен. О том, насколько востребованы учителя в современном мире, об этом пойдет сегодня разговор в этой студии. Поступать в вуз СГСПУ означает получить надежную и престижную специальность, которая станет началом твоего пути к успеху. Ну что ж, я представляю гостей в студии. Ректор СГСПУ, доцент, доктор исторических наук Олег Дмитриевич Почелов, проректор по учебно-методической работе качества образования Наталья Николаевна Кислова, кандидат филологических наук, доцент и проректор по дополнительному образованию, профориентационной работе и связям с общественностью Алексей Борисович Щелков, кандидат исторических наук, доцент. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, в этот замечательный день, 5 октября, ваш профессиональный праздник, я от всей души поздравляю вас с этим замечательным днем. Спасибо. С праздником вас. Спасибо за ваше трудолюбие, за ваш профессионализм. Всего вам самого замечательного. Поговорим сегодня в этой студии о профессии, конечно же, о вузе. Ну и, Олег Дмитриевич, в этом году 105-летие СГСПУ. Да. Скажите, как планируете отмечать вы и ваши коллеги? Вы знаете, мы планируем отмечать это, с одной стороны, очень широко, потому что мы старейший вуз в Самарской области, тем более с нас начиналось и высшее педагогическое образование. С другой стороны, достаточно скромно, по-домашнему, 17 октября в филармонии будет торжественное мероприятие, поздравления, концерт. Придут студенты, сотрудники, выпускники, официальные лица. Будут звучать поздравления, приятные слова. Это будет настоящий праздник. А с другой стороны, у нас весь этот календарный год в рамках празднования нашего 105-летия. В начале года мы открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном благодаря поддержке нашего губернатора. Совсем недавно мы открыли после реконструкции корпус на улице Льва Толстого, который фактически пришлось перестраивать заново. Это был подарок нашему гуманитарному блоку, историческому и филологическому факультетам. Начинается строительство общежития. Я думаю, что это очень важно, развитие инфраструктуры. И кроме того, конечно же, уже прошел ряд международных научно-практических конференций, и некоторые конференции еще нам предстоит провести до конца календарного года. Угу. Вот так и праздную. Вообще празднуем своими достижениями, да, своими победами. И своими успехами, победами, конечно, нашей команды педагогической. Замечательно. Ну, давайте поговорим, если пошла речь у нас об этом, вот о каких современных тенденциях в развитии педагогического образования, Олег Дмитриевич, можно сегодня говорить? Вы знаете, тенденции очень четкие. Я хочу отметить, что новый министр образования и науки Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева уже уделяет очень пристальное внимание гуманитарному, а в частности и педагогическому образованию. И большое значение она придает изучению таких предметов, как история, география, музыка и целому ряду других дисциплин. Тем более, вы знаете, в Самарской области сейчас существует уже центр одаренных детей, поддержка творческой молодежи и так далее и тому подобное. И, конечно, очень важно в педагогическом образовании это внимание местных властей к нему. Мы знаем, как сейчас губернатор поддерживает молодых учителей, какие гранты, какие подъемные средства и какие условия создаются в малых городах, селах, чтобы ребята молодые пошли туда работать. И действительно не отработали там полгода или год и ушли, а работали хотя бы несколько лет. А может быть и прижились бы, потому что в селе и в малом городе школа – это центр культуры, это центр образования. Если нет школы, значит, это нет, это исчезает. И очень важно то, что в педагогическом образовании сейчас действительно очень серьезные научные достижения. Некоторые считают так: ну, педагогика, какая там наука, вот педагогика – это набор методов, набор приемов каких-то. Ничего подобного. Вот, например, совсем недавно, свежая новость. Наш журнал «Самарский научный вестник», где педагогика – это главная дисциплина, по которой можно публиковать статьи, вошел в индекс мирового научного цитирования «Эрих Плюс». Это приравнивается к Scopus, к Web of Science, очень престижным мировым системам. И мы единственные первые в области, которые не с первой попытки, но завоевали это право. Я бы хотел на этом остановиться, поэтому упомянул, что мы первые в области, которые получили вот «Эрих Плюс», вошли в эту систему.
А так об этом можно долго говорить. Конечно, конечно. Но вот все-таки хотелось поговорить более подробно о ВУЗе. Олег Дмитриевич, вот как вы оцениваете вообще позицию университета в образовательной системе Самарского региона и Приволжского федерального округа? Вы знаете, у нас есть кадры. Давайте заглянем в Альма-Матер, мою лично, да, и посмотрим, как на сегодня организован учебно-образовательный процесс. Но вы расскажите, пожалуйста, о ВУЗе. Хорошо, конечно. Дело в том, что действительно в последнее время после реформы образования многие педагогические вузы были объединены с другими, какие-то были вообще ликвидированы по самым разным и объективным, и субъективным причинам. И представьте себе, что сейчас в Приволжском федеральном округе и вообще в Поволжье от Ульяновска и южнее до Северного Кавказа и Астрахани включая, Самарский государственный социально-педагогический институт остался единственным. Севернее есть, в Нижнем Новгороде, в Ульяновске, в Чебоксарах, в Набережных Челнах. Очень хорошие вузы, а южнее нету. И действительно, наш вуз во многом уникальный. Достаточно более глубоко изучить, а это есть везде в интернете, во всех наших отчетах. Наши показатели и мониторинговые, и показатели учебной работы, и показатели уровня дополнительного образования, которые мы тоже даем. Научные работы. И можно будет увидеть, что действительно у нас очень серьезные, большие достижения. И не случайно, когда губернатор открывал наш корпус на улице Льва Толстого, 47, было отмечено, что наш вуз очень самобытный, он не нуждается ни в объединении, ни в присоединении кого-то еще к нему, потому что действительно мы динамично развиваемся и имеем определенные успехи, о которых я и мои коллеги вот чуть позднее еще более подробно расскажем. Конечно. Вот хорошо, помогает ли СГСПУ старшеклассникам в подготовке ЕГЭ, и могут ли школьники получить помощь в выборе будущей профессии? Алексей Борисович, вам слово. Вы знаете, действительно, Самарский государственный педагогический университет, он уникальный в каком отношении? Мы готовим педагогов по всем общеобразовательным предметам. И, безусловно, не использовать этот потенциал для того, чтобы помогать и повышать подготовку наших выпускников для подготовки их к поступлению в высшие учебные заведения, не только в наш вуз, а вообще, был бы, ну, неразумно. Поэтому наш центр довузовской подготовки, который функционирует в нашем вузе, достаточно много делает для того, чтобы помочь ребятам, у которых есть такое желание и потребность повысить свой уровень своих знаний, подготовки, лучше подготовиться к сдаче государственной итоговой аттестации вот в форме ЕГЭ. Мы предлагаем такие возможности. И, как показывает практика, эта помощь очень эффективна. Если посмотреть на результаты, мы всегда мониторим и анализируем результаты нашей работы ежегодно. Вот посмотреть по прошлому году, фактически 100% ребят, которые обучались в центре довузовской подготовки, 98% поступило в вузы, 2% в средние профессиональные учебные заведения. При этом 90% из них стали студентами бюджетной формы обучения. 63% стало нашими студентами, конечно. Остальные разошлись в другие вузы. То есть еще и обучаете, и учите, и помогаете. Да, да, в этом специфика. Вузы. Понимаете, мы можем дать подготовку по всем общеобразовательным предметам абсолютно. И еще и по предметам, которые не являются, не сдаются в форме ЕГЭ. Музыка, изобразительное искусство, физкультура и так далее. Алексей Борисович, ну а олимпиады, конкурсы для школьников, здесь вы, конечно, не исключение уже, а скорее правило. ВУЗ достаточно много делает для того, чтобы взаимодействовать со средними учебными заведениями, со школами. И без различного рода конкурсов, олимпиад, было бы невозможно вот это взаимодействие. Причем я бы особо отметил, мы проводим много конкурсов. Например, конкурс самодеятельных изданий школ проводит кафедра журналистики у нас. Факультет естественно-географический совместно с факультетом математики, физики и информатики проводит конкурс «Мир, в котором я живу», так сказать, посвященный вопросам, связанным с естествознанием там, и другим аспектам. Но я бы выделил нашу олимпиаду, да, которая проводится в марте-апреле месяце. Она проводится по согласованию с Министерством образования и науки Самарской области. Победители и призеры этой олимпиады получают, во-первых, право на получение целевого направления от министерства для поступления в наш вуз.
Я уже не говорю о том, что победители и призеры этой Олимпиады получают право, мы учитываем как индивидуальные достижения, добавляем вот в этом году плюс 5 баллов победителям и призерам нашей Олимпиады, что, безусловно, повышает возможности абитуриентов в той борьбе конкурентной, которая идет при поступлении, когда к ЕГЭ добавляются еще вот эти баллы. Ну скажите, сейчас уже стоит готовиться, сейчас уже, может быть, заявку подать. Вот расскажите об этом процессе, либо уже после Нового года как-то сориентироваться. Вы знаете, готовиться надо уже сейчас, и готовиться для того, чтобы проявить себя весной на Олимпиаде. Без подготовки ваши результаты, безусловно, будут не столь высоки, как вы надеетесь. И если вы придете к нам в Центр Давудской подготовки и захотите повысить уровень своих знаний по общеобразовательным предметам, по специальным предметам, которые подготовка там ведется, я смею вас заверить, что результат сразу же скажется. Уважаемые абитуриенты и уважаемые родители, периодически на ваших экранах появляются телефоны СГСПУ. Возьмите их, пожалуйста, себе на заметку. Я думаю, что они обязательно вам пригодятся. Ну и мы продолжаем наш разговор. Очень важный вопрос, Алексей Борисович. Каковы итоги приемной кампании 2016 года? Ну, знаете, приятно отвечать на этот вопрос, потому что итоги достаточно позитивные. Нам удалось, в общем-то, результаты увеличить как количественные, так и качественные. Практически около 2000 молодых людей стали студентами, магистрантами нашего вуза. 1850 человек были зачислены на все формы обучения и на уровни обучения. Причем, я бы так сказал, количественные показатели, они не повлияли на качественные. Нам удалось как при приеме на бюджет, так и на внебюджетные места повысить качество. То есть, иначе говоря, здесь вот эта закономерность не проявилась. Снижается качество, когда увеличивается количество. Да. Нам удалось при зачислении на очную форму на бюджетные места почти на 5 баллов улучшить средний балл наших зачисленных абитуриентов на бюджетные места. И он превысил 73 балла, этот показатель, на очную форму обучения. А на платные, так скажем, на места с оплатой стоимости обучения средний балл составил 60,5 и почти на балл превысил больше чуть, чем это было у абитуриентов, которые стали первокурсниками в прошлом году в нашем вузе. И это действительно хороший показатель, динамика очень позитивная здесь. Олег Дмитриевич, означает ли это, что с каждым годом повышается престиж педагогической профессии? Хотят стать учителями? Самое главное, хотят учиться в СГСПУ? Да, конечно, повышаются. Вы понимаете, даже в некоторых вузах Москвы средний балл проходной, он ниже, чем в нашем университете. И, конечно, престиж повышается. Мы это чувствуем год от года, число заявлений. И в этом году даже на платную, внебюджетную форму обучения мы набрали более 1000 человек. Впервые. Было все равно... Вот еще один подарок 105-летию. Да, такое было лет 10, может быть, назад, 12, когда-то вот тогда. А тогда действительно. То есть у нас число студентов возрастает. Отрадно это слышать. Медалисты и стубальники. Сколько в этом году поступило ваш вуз умников и умниц? И такие тоже есть, и их немало, вы знаете. Вообще, стубальники и категория очень немногочисленные ребят. Если во всей Самарской области сдавали ЕГЭ более 13 тысяч человек, то 100 баллов результат показали менее 200. В нашем вузе в приемную комиссию принесли 10 стобальных результатов, а если посмотреть на ситуацию от 90 до 99 баллов, что тоже очень высокий показатель, таких результатов было более 120. Угу. Поэтому каждый, фактически, пятый человек, зачисленный, каждый пятый студент-очник, это человек, имеющий результат по какому-то предмету более 90 баллов или даже 100. Очень здорово. Наталья Николаевна, хочу обратиться к вам, задать вам вот такой вопрос. А что было сделано к началу нового учебного года вот в целях обеспечения материально-технической базы, оснащения? Каким сегодня современным оборудованием оснащен СГСПУ? У нас есть кадры, посмотрим. Ну, а вы ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Ну, здесь я хочу поддержать реплику, которую сказал Олег Дмитриевич, что мы на самом деле в течение всего года празднуем свое 105-летие. Это выражается в том, что у нас есть подарки,
скажем так, ну, которые мы называем подарки, потому что наше Министерство образования и науки Российской Федерации поддержало наши заявки на современное лабораторное оборудование. И вот в новом учебном корпусе на улице Льва Толстого, 47, мы монтировали уже современную медиалабораторию, где будет развернута редакция конвергентной журналистики, и, соответственно, наши студенты уже имеют возможность со своей профессиональной деятельностью познакомиться не только на базах практики, но и непосредственно уже и в стенах вуза. Кроме того, мы обеспечили наш факультет физической культуры и спорта современным спортивным оборудованием, и в связи с этим у нас все студенты, и не только те, которые учатся на факультете физической культуры и спорта, но и те, которые изучают дисциплину физической культуры, они, соответственно, имеют возможность повысить свою физическую подготовленность, выносливость уже на новом спортивном оборудовании. Кроме того, у нас в связи с открытием бассейна планируется, что по дисциплине физической культуры абсолютно студенты всех факультетов могут посетить секцию, но, естественно, умеющие плавать, и, соответственно, мы тем самым разнообразили саму дисциплину физической культуры. Более того, да, было закуплено как раз вот оборудование новое для факультета культуры и искусства, это музыкальные инструменты, и мы планируем в этом году осуществить закупку для студентов, обучающихся по направлению подготовки изобразительного искусства. У нас планы достаточно большие. И в этом смысле можно говорить о каждом факультете, потому что мы постарались, чтобы на каждом факультете появилось что-то новенькое. Это и компьютерные классы, это и мультимедийное оборудование, и, соответственно, звукоусиливающая аппаратура. И здесь, конечно, я думаю, как раз студенты почувствуют, насколько вуз действительно динамично развивается не только в содержательном плане, не только в развитии инфраструктуры, но и, собственно, в создании условий для их обучения. Спасибо большое, Олег Дмитриевич. Ну, а какие факультеты, специальности являются лидерами, а какие аутсайдерами по числу вот принятых даже заявлений, если судить? А больше ли платных мест вуз получил в этом году? Какой из них заполнено? И опять же, вот если проводить все-таки сравнительный анализ 2014-2015 года. Вы знаете, сразу скажу, что аутсайдеров у нас нет. У нас везде прием успешный. Мы полностью выполнили государственные задания. И бакалавриат, и магистратура, и очное, и заочное отделение. Это более 700 бюджетных мест заполнено. Как я сказал, более 1000 мест платных. Лидируют несколько направлений, много профилей подготовки. Это иностранный язык, английский, это экономика, это начальное образование, дошкольное образование, право, довольно такой свежий профиль, он у нас третий год реализуется, и ряд других. Там на некоторые профили подготовки 22 балла и более проходной балл. 22 заявления. 22 заявления, да, я извиняюсь, конечно. 22 заявления, где-то 15-17 заявлений на место, а в среднем получается 10 и больше, если брать, чуть более 10, если да. брать все вместе. Поэтому аутсайдеров нет точно. Скажите, а сохраняется тенденция, вот если человек вдруг не поступил, не смог в этом году, приходит ли повторно? Вот есть такая динамика, отслеживаете ли? Насколько я имею в виду, патриотичные абитуриенты ваши приходят, добиваются все-таки поставленных целей и результатов? Знаете, такая тенденция, если она прослеживается, то больше на заочной форме обучения, потому что есть действительно ситуации, когда человек не прошел на очную форму, и потребность в получении образования осталась, но он устроился на работу, и тогда уже человек выбирает заочную форму обучения. Такие случаи есть, безусловно. Они, конечно, не носят массового характера, что там, так скажем, какая-то когорта людей поступает по 25 раз на один факультет и не может поступить. Понимаете, мы помогаем, мы замечаем ребят, которые имеют тягу к получению педагогического, в том числе, образования, вот, и они добиваются своего. Спасибо. Олег Дмитриевич, а вот иногородние иностранные студенты в этом году отдали предпочтение СГСПУ? Да, вы знаете, у нас уже в итоге сейчас к 300, наверное, 300 человек примерно скоро будет иностранных студентов. Примерно 100 человек приняли в этом году. Это жители соседних государств Казахстана, бывшие республики Советского Союза. Очень много студентов из Туркмении поступило к нам, чему мы очень рады. И, конечно, у нас получается так, что у нас 28% студентов это из Самары, порядка 17% это из городов Самарской области, 40% это из сел и деревень Самарской области, и порядка 15% это студенты, которые поступили не из Самарской области,
и из стран зарубежья. Ну, на бюджетную форму обучения иностранные студенты составляют примерно 2%, а на внебюджетную форму, я уже сказал, там совершенно не ограничено, там у нас нет квоты мест, потому что на внебюджет, как правило, с очень низкими баллами совсем мы, конечно, не можем брать студентов, да, но в основном ребята поступают. Поэтому по численности иностранных студентов и тех, кто не из Самарской области, опять же, наши показатели растут. Да, и это очень радует. Вот, Наталья Николаевна, мы говорили о материально-технической базе. Скажите, пожалуйста, а вот техническое оснащение, какую роль играет в образовательном процессе? И насколько это важно? Ну, понятно, что это необходимо для студентов. А для вас, для педагогов? Безусловно, и очень важно, потому что меняются технологии преподавания, технологии обучения. И в этом смысле техническое оснащение помогает преподносить материал где-то более ярко, где-то более иллюстративно, где-то, соответственно, использовать техническое оборудование как помощь преподавателю. Например, вот в этот раз, мы знаем, сегодня уже назвали победителя конкурса «Учитель года России-2016», да, и мы знаем, что это мероприятие проходило на территории города Самары, и, соответственно, все эти дни мы были прикованы буквально, конечно, к мониторам, потому что мы просматривали уроки всем вузам, можно сказать, смотрели мастер-классы, круглый стол, организовывали обсуждения со студентами того, как были даны уроки, какие методические разработки. И я думаю, что как раз без технического оснащения это было бы невозможно сделать. И все это мы делали в комфортных условиях, и по ходу были достаточно живые дискуссии. И здесь, конечно, огромная благодарность тому, как «Учительской газетой» была организована эта трансляция. Я надеюсь, что мы сможем воспользоваться в дальнейшем, конечно, архивными материалами, с тем, чтобы уже провести непосредственно практические занятия по урокам, потому что идей очень много. Мы в очередной раз убедились, сколько талантливых учителей по всей России. Очень приятно, конечно, мне как филологу, что учителем года стал учитель русского языка и литературы. Вот Олег Дмитриевич говорил о том, какие факультеты востребованы и направления подготовки. В этом году у нас филологический факультет пользуется большим спросом. Да, и вот еще раз повторю, что это очень приятно, потому что учитель русского языка и литературы — это не просто учитель-предметник, это учитель, который формирует, как мы всегда говорим, душу ребенка и, собственно, формирует сознание учащегося. И, конечно, в этом смысле технические средства, вот с точки зрения знакомства с передовым опытом, они позволяют это сделать. Более того, они позволяют легче контролировать самостоятельную работу студентов. Они позволяют разнообразить формы работы со студентами. Навыки, учитывая более того, что у нас учащиеся достаточно быстро развиваются в техническом оснащении, да, и они очень хорошо пользуются разнообразными информационно-коммуникационными технологиями, да, и в этом смысле, конечно, мы стараемся идти в ногу со временем, чтобы наш молодой учитель чувствовал себя достаточно комфортно в ученической среде и мог дать задание. Вот буквально сегодня там у меня у самой было задание, когда у меня студенты спрашивают, например, а как вы смотрите на то, чтобы вместо читательского дневника учитель вел блог и, соответственно, там собирал отзывы о прочитанном произведении? Это современная тенденция. Соответственно, понятно, что мы должны уметь это делать, мы должны уметь научиться это делать так, чтобы это именно было с методической точки зрения грамотно и правильно, чтобы вот как раз обратить все вот эти технологии, сделать их, да, именно в пользу образовательного процесса. Совершенно верно. Вы очень много делаете для обучения студентов, для современного качественного образования. Конечно, спасибо большое. А скажите, студентам учиться интересно? Находите ли вы отклик в их душах, в их глазах, когда преподаете, приходите на лекции? Ну, вот, кто, наверное, возьмет ответ? Вот сегодня буквально просто у меня было занятие. Я веду курс формы внеклассной, внеучебной работы по литературе. Мы сегодня говорили о внеклассном чтении, о том, как это внеклассное чтение сделать таким, чтобы наши учащиеся, собственно, читали. Да? И вот даже по той реакции, которая была у студентов, с каким интересом они слушали, участвовали вот в тех формах работы, которые мною было предложено, и как они говорили о том, как они это будут делать с детьми в будущем, да, и к чему они должны быть готовы, я могу сказать, что у нас очень талантливые, очень интересные, замечательные студенты, которые, я думаю, как раз смогут школу сделать вот тоже такой же интересной, потому что
большая часть студентов, это вот уже однозначно, мы наблюдаем эту тенденцию в последние годы, она нацелена именно на педагогическую деятельность. Им хочется работать с детьми, им хочется реализовывать себя в этой сфере. И то, как у нас студенты участвуют в конкурсах на российском, на международном уровне, именно по профессиональному мастерству, да, приводят всегда. Если мы направляем студентов на любой конкурс, который связан с реализацией своей будущей профессиональной деятельности, у нас всегда дипломы. Мы говорили о том, что мы выиграли, например, в прошлом году всероссийский конкурс студенческих направлений подготовки «Учитель нового поколения». Он вот в апреле проходил в Самарской области на нашей базе. Да. Соответственно, как только у нас студент направляет свою методическую разработку, он всегда привозит диплом. Поэтому я могу говорить уже вот как проректор по учебной работе, что вот то качество, которое наши преподаватели передают, соответственно, студентам нашим, оно должно дать позитивные ростки уже тогда, когда наши студенты придут в школу. И мы сейчас как раз наблюдаем такую очень интересную тенденцию, когда наши студенты проводят мастер-классы для учителей. Потому что где-то они иногда бывают чуть-чуть на шаг вперед. И, конечно, нам очень приятно, когда учитель, например, с опытом работы говорит: спасибо огромное, я научился у вашего студента. Говорят, то есть, это да, очень это важно. Говорят. Это, знаете, это дорогого стоит, и поэтому мы, конечно, стараемся. У нас есть звездочки студенты на каждом факультете, и мы ими гордимся. И самое для нас важное, что они нацелены на профессию. Они либо работают уже сейчас, либо, соответственно, планируют после окончания вуза. Более того, вот у нас буквально несколько групп студентов выезжало в Центр одаренных детей «Сириус», который находится на территории Сочи. И та благодарность, которая пришла от руководства, говорит о том, что наши студенты уже там 4-го курса способны работать с одаренными детьми. Они получили там очень высокую оценку и вновь приглашают в этот центр. И в этом смысле я говорю о том, что как раз наши студенты, они в профессии, уже идут мотивированными с первого курса. Ну и, конечно, огромное спасибо нашим преподавателям, учителям, вот чей праздник мы сегодня празднуем, потому что, конечно, это благодаря тому, что каждый преподаватель, заходя в студенческую аудиторию, отдает себя. Да. Это очень сложная, нелегкая профессия. В вузе она такая же нелегкая, как и в школе, потому что по-прежнему нам приходится завоевывать студенческую аудиторию. Необходимо, чтобы они прониклись любовью к той дисциплине, которую мы ведем, потому что это говорит о том, что он дойдет, изучит, освоит. И поэтому наш профессорско-преподавательский состав, я считаю, один из лучших составов вообще в самарских вузах, потому что это люди, которые отдают себя полностью учебному процессу, отдают студентам. Вы не представляете, какие замечательные мероприятия по воспитательной работе проводят наши преподаватели в рамках своих дисциплин. Да, вот ничего не сомневаюсь, да, время просто так бежит неумолимо. Очень важный вопрос трудоустройства. Давайте мы все-таки его затронем, потому что я знаю, что вы, как руководство, уделяете этому огромное значение, Олег Дмитриевич, ну прям буквально. Так и школ сейчас сколько стало? Школы строятся. Самые крупные в России школы уже в Самаре появились. Огромный актовый зал, там на 600 человек для учеников и учителей. Я думаю, что с трудоустройством все будет в порядке. Мы сделаем все для того, чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов, очень качественных специалистов. А уже наши власти и наш губернатор сделают многое для того, чтобы было куда пойти работать. Да. А сейчас для этого все делается. Ну, есть куда пойти учиться, а работать куда пойти найдем. Знаете, да, конечно, я только добавлю. Вот как раз педагогу в ближайшее время, если ты поступаешь в наш вуз, ты можешь быть уверен в одном очень четко, что без работы ты не останешься. Без работы и без хорошей зарплаты. Да, поскольку тенденция здесь очень позитивная, она позитивная, и, безусловно, вот то, что было на государственном уровне принято, когда закреплено было, что зарплата должна быть педагога не менее, чем средняя зарплата по экономике, это очень важный был момент. Ну что же, наше время подходит к концу. Я еще от всей души хочу поздравить вас с праздником. За ваш нелегкий труд, за ежедневный нелегкий труд. Будьте здоровы, это самое главное. Ну и, конечно, я предоставляю заключительное слово. Олег Дмитриевич, поздравьте своих коллег, студентов, преподавателей. Да, всех с этим замечательным праздником. Всех, кто имеет отношение к учительской профессии. Абсолютно всех. Студентов, преподавателей, всех, кто работает в школах, в вузах. Я поздравляю с Днем Учителя. Учителя – это инженеры человеческих душ. И учитель – это не только тот, кто учит, а это и тот человек, у кого учится. Подумайте над этим. С праздником. Спасибо большое. Ну что же, наше время подошло к концу. Спасибо большое за участие в программе «С праздником». Ну и спасибо всем тем, кто
был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город ТЭС». С праздником, уважаемые учителя. Всего самого наилучшего. До свидания.